вот так вот срезают петли. Гаражи все уничтожают вообще просто в хлам. О, выносят, что-то заносят. Никому ничего вообще не выплатили. Причем люди купили, короче, гаражи, и тут они просто раз и пропали. Все. Кто-то принял решение. Салют. Заснял. Снимаю. Ага. Пока не закончите, все буду снимать. А потом? Ну а потом посмотрим. Ну скорее всего YouTube все. Потом они построят крытую стоянку, возьмут со всех денег, потом они ее снесут, построят еще что-нибудь, потом возьмут денег. Как обычно. Короче, нас ты в хвост и в гриву, а мы молчим. А кто вообще здесь всем рулит? Вы, да? Не, ну просто смотрю, с листочком что-то записываете, налоги какие-то собираете. Он что, гаражи свои отдает, он снимает, там и на забор забирает. Отлично. Надо теперь, да, совершенно верно, теперь надо найти, кто всем этим рулит. А были сегодня днем? Они завтра приедут, с утра будут опять. Блин, ну я завтра с утра работаю. Я завтра с утра работаю. Нет, я про то, что я поснимать не могу. Ну вот. Хотя, в принципе, мне никто не мешает прямо здесь поставить камеру с окна. Да, все вынесли нахрен. Ну это явно, что это, не владельцы резали петли. О, надо заснять это уведомление. 17-го либо разбирайте сами, либо под 17-го мы начинаем приезжать, и вон оно висит. Правительство Москвы. Во как выглядят гаражи. Ну вот так оно стало после того, как здесь снесли гаражи. По крайней мере, теперь нет какого-то апокалипсиса возле подъездов, как обычно это было раньше. Вот. Но и даже в этом есть определенный минус. Потому что сюда пригоняют какие-то автомобили, вообще левые, не с этих дворов. И они здесь годами стоят, отстаиваются. Так что вот такие вот дела. Все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно!